Я думаю, что как только Юрий Михайлович уйдет, ну вот тогда Москву разворуют. Ну, конечно, это богатый человек, конечно, у него там жена еще богаче. Но там, ну, вопреки высказываниям, что они наворовались, ну, конечно, они что-то взяли для себя. Для меня лично конкретно, для моей семьи, проживающей в Москве, там, я с рождения проживаю, они сделали гораздо больше. Я живу в почти европейском городе. Мы ждали этого решения, но уже очень давно. Просто огромное спасибо Медведеву, что он наконец-то нас смог вот так вот обрадовать. И я считаю, что это вот подарок ему на день рождения Лужкову, который он заслужил. Ну, потому что нельзя так вообще вот относиться к городу, к историческому наследию, к москвичам. Нельзя думать только о том, что у него есть жена, которые карманы и вот свое семейство, которое надо заполнить. So Lushkov accepts the proposal, but first let's have a race on horses here in Russia and then go to the USA. Михайлович, мэр, премьер правительства Москвы. Почему ее нет в Москве? Наших руководителей, владельцев пивоварен. Диоген и Гиппократ. Это запреты, которые будоражат общество, ускорить рассмотрение закона о чрезвычайном положении.